Практически пустые аэропорты, закрытые отели, горнолыжные трассы, безлюдные улицы в курортных городах. Коронавирус затронул все отрасли, туризм не стал исключением. С 28 марта до 1 июня временно приостановили свою работу в России гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. Отдых за рубежом также приходится отменять. Самое первое, что я хочу попросить всех сказать, не надо впадать в панику. Никогда не было такой ситуации, тем не менее. Ситуация немножко нештатная, тем не менее. Первое, соблюдаем спокойствие, не нервничаем, не слушаем тетю Машу, тетю Клав и куча фейк-ньюс, которых сейчас буквально обрушилось на все соцсети. Это просто бич, мне кажется. Теперешнего времени все в какой-то истерике непонятной. Просто все спокойно, рассудительно смотреть. Тем, кто должен был лететь на отдых в апреле, туроператоры предлагают перенести отпуск на более позднюю дату. Все суммы задепонированы, в том числе можно забронировать отдых на следующий год. Туры забронированы по выгодному курсу, то есть в любом случае можно рассматривать это как удачное вложение денег. Почему лучше все-таки забронировать конкретную путевку, а не оставить на депозирование? Если с туроператором на что-то случится, у нас будет на руках путевка, у нас будет следующая подушка безопасности. Это страховая, которая должна вернуть деньги за путевку. В каком объеме, тоже не могу сказать. Они не стопроцентные, к сожалению, как практика показывает, но тем не менее что-то вам должны вернуть. Если вы забронировали поездку в нормальном проверенном агентстве, волноваться не стоит. Надо набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Если туристы бронировали отели по России без участия турагентств, сотрудники салона Bon Voyage советуют просить переноса даты. Что касается перелетов по России, туроператоры также рекомендуют подождать официальной информации. Хочется еще, кстати, сказать про тех, кто забронирован на июнь, июль и на более поздние даты. Пожалуйста, не торопитесь. Не торопитесь. Вы денег все равно своих не увидите. В итоге ситуация нормализуется, а вы останетесь без отдыха, и вы успели, кто успел забронировать по хорошему курсу, сидите, радуйтесь. Лучше пусть отменяют официальные власти. Все вопросы, связанные с бронированием путевок в их агентстве, салон Bon Voyage будет оперативно решать дистанционно. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.